всемогущий Бог. Последнюю рубаху без звука отдаю, но сделай так, чтобы верить во что-нибудь я мог. И покажи, где ад, но посели в раю. И покажи, где ад, но посели в раю. Дамы и господа, доброе утро. Доброе утро, день. 18 апреля. Вчера было 17 апреля, а завтра будет 19. Будет. Это прекрасно. И это прекрасно. Да. Это обалденно. Пьем за ваше здоровье, сидя на Арбате. О, сидя на Арбате. Знаете, наши уважаемые, наши любимые, ну, честно говоря, надоело говорить все время про какую-то психологию, медицину, социологию и прочую дрянь. Нам вообще все надоело. Нам вообще все надоело. Поэтому мы сегодня злы. Мы сегодня злы. Да. А собралось здесь сегодня вот этих милых людей, ну, вот, которые собираются зачем-то каждое воскресенье, вот, поговорить про нечто совсем недавнее. Совершенно далекое от медицины, психологии. Казалось бы. Казалось бы. Про нас поговорить, собственно говоря. Да. Тема у нас сегодня смешная. Тему эту даже придумал не я, не мы, а придумал некто. Назвал ее «Шальные 90-е». Лихие. Лихие, шальные, нет, какие угодно. А я знаю, кто придумал эту тему. Не это знаю. Господин Сурков придумал. У-у-у. Он же все придумал. Ну, великий придумщик, да. Да. Вот «Шальные», «Лихие», «Проклятые». Какие еще, Саш? Кровавые. Экстремальные. Ну, в общем, очень плохие 90-е. У нас это, собственно, в традиции, нашей российской традиции, у нас всегда темное прошлое. Да. То есть любое прошлое, какое бы ни было, оно темное. Да. Причем вот чуть-чуть отходишь назад, оно темнеет моментально. А будущее всегда светлое. Всегда светлое, да. Да. И настоящее у нас всегда какое-то тоже такое нападение. А настоящего у нас никогда нет. Никогда нет. Да. У нас нет. Мы живем либо проклятым прошлым, да, плюя в него изо всех сил, либо светлым будущим, стоя перед ним на коленях. А настоящего нет. Причем даже мы возьмем нашу новейшую историю, это просто поразительно. То есть сперва у нас был Советский Союз, который вроде как бы все любили, потом приходит у нас Михаил Сергеевич Горбачев, которого лично я очень уважаю. Я тоже. Вот. Приходит, да, и нас всем открывает глаза, что мы жили все в дерьме. Да. Вот. И мы начинаем любить Горбачева и ненавидеть Советский Союз. Вот. Потом вдруг приходит Ельцин, который свергает Горбачева. Ну, не свергнул. Ну, ладно, оставим это. Мы доставим темное, да, прошлое. Да. Да. Вот. Который, собственно, занимает место Горбачева, скажем так, по-другому. Вот. И у нас Горбачев становится плохим. Потому что Россия заменяет место СССР. Да-да-да. Вот. И у нас Горбачев становится плохим. Да. Буквально недавно Ельцин уходит на пенсию. Мы немножечко выжидаем, еще даже при его жизни. Начинаем, да, говорить, какое он говно. Конечно. Вот. Да. Причем искренне. Искренне, да. А в 91-м году мы же кричали «Да здравствует Ельцин». Ну, искренне. Это да. Ну, но некоторые кричали в 96-м уже «Не да здравствует». Но вопрос не в этом. Да. Кстати, вот это, наверное, редкое исключение. Вот, за что я, наверное, всегда буду любить Ельцина, хоть очень неоднозначно к нему отношусь. Это то, что, в принципе, при нем можно было крикнуть ему «Ельцин дерьмо». Можно было. И не сесть в тюрьму. Не сесть. И газету не закрывали. И не закрывали. Которая называлась «Завтра» или как она называлась? Да. Ты Пархановскую имеешь? Да, да, «Завтра», да. «Завтра». Ее не закрывали. Это просто вот удивительно. И еще был один очень сильный момент. После того, как в 91-м был путч и погибли 3 человека, Ельцин сказал: «Простите меня, своего президента, что я…» Это была очень сильная речь. Потому что было, он извинялся за смерть этих людей, и это было искренне, это было видно. Ну, я согласен. Хотя погибло-то всего 3. Какая чепуха, правда? То есть, в принципе, да, он мог этого не делать. Конечно. Раз, сделать по-другому 2, но он, да, сделал именно так. И я почему-то помню, вот преимущественно это, говоря именно об этом. Ну, человеке. Я согласен, но у него есть и другие моменты. У него есть другие моменты. Нет, понятно, что он… У нас просто в жизни, в России не было такого, чтобы извинился глава государства за жизнь конкретного человека. Раз. Не 100 000, а всего лишь 3, и не раз. Знаете, мне сразу всплывает, всплывает в памяти цитата из интервью Ларри Кинга и Владимира Путина. Она утонула. Да, да, да. А что с вашей лодкой? Она утонула. Какое было выражение лица при этом? Да, ну, это сильнее всяких слов. Что вы, товарищи, ну о чем вы говорите? Выражение лица было плакатным. Ну, да. Хорошо. Итак, шальные 90-е. Да. Лихие проклятые. Лихие проклятые 90-е. Чем же они так плохи? Как мы будем говорить? По очереди? Я, во-первых, не знаю. То есть, примерно твою позицию представляю. Не знаю, как у вас представляет себе эту позицию господин Орлов. У нас вообще сегодня есть оппонент или мы будем трубить в одну дуду? Не знаю. Мы же не договариваемся. Давай ты начнем, пускай. Вот. Давай. Это загадка. Да. Санечка, что для тебя 90-е? 90-е... 90-е – это прекрасно. Я бесстыдно молод. Просто бессовестным образом. 90-е начинается моя профессиональная деятельность.
не соответствующие моему ни диплому, ни образованию, гуманитарной деятельности. Традиционный Советского Союза. Да, по образованию я инженер. Я заканчиваю быть дворником, начинаю быть лицсотрудником в журнале. Я веду поэтическую рубрику. Ой. Журнал трансформируется, начинает выходить с приложения. Ой. Потом появляется возможность сделать собственными руками этот журнал, а не просто. Ты любишь свою работу, правда? Я люблю свою работу. Вот. Я пропадаю там до 12 ночи. Это все начало 90-х. И это прекрасно. Ну, ты знаешь, это из серии «Тогда была трава зеленее, женщины были красивее». Ну, да, но я только начал. Он же не говорит тебе про 80-е. Ну, он же не говорит тебе вообще про прошлое. Да, он говорит конкретно. Ты же не можешь сказать, что 80-е годы тоже было прекрасно. Если я тебя спрошу про 80-е, у тебя будет улыбка на лице? Никогда. Нет, не будет. При том, что я был еще моложе. Это не то. Понимаешь, это не старый брюзга, который говорит, раньше девушки были девушки. Нет, он конкретно говорит, что 90-е годы для него лично это для период меня означает совершенно, да, вот, совершенно конкретные события происходили в моей жизни. Но это, в общем, не столь интересно именно мои дела. Я прекрасно помню, что происходило со страной. О. Потому что я об этом, я это фиксировал. Вот скажи, я что происходило со страной? Вот скажи, значит, что? Значит, после 92-го года, когда отпустили цены. Вот, когда что-то стало происходить. Ну, вот то, о чем я хочу сказать. Да. Люди стали есть. Первое. Появилась в магазинах, в ларьках... Еда. Еда. Одежда. Подожди, это отдельная история. Отдельность. Появилась еда разноцветная, во многом вредная. Я помню эту датскую колбасу розового цвета. Гуманитарная помощь. Ну, а русское изобретение под названием «Инвайт» просто добавь воды. Да, да. И люди, которые, в общем... Ну, я не могу сказать, что, ну, по крайней мере, в Москве голодали. Мы это знаем. Голодали в стране. Но для них это была совсем другая еда. Да? Эта еда была оттуда, ее разнообразие. Неведомая. Неведомая, неслыханная. Еда. И люди стали профессионально есть. Так. Им нужно было наесться, так, чтобы перейти к следующему этапу. Надеть на себя другие. Но там еще был спирт, Моцарт и рояль. Ну, рояль, да. Ну, да, 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 это отдельная история. Они стали пить. Они стали пить. До этого они жрали, они стали пить. Ну, в общем, да. Ну, появились, ну, спирт. А сигареты, Саша? А сигареты? Да. Кстати, вот это очень важно насчет сигарет. Потому что благодаря появлению именно западных сигарет стали курить те, кто и не планировал курить. Совершенно верно. И бросили те, кто уже не мог. Ну, даже о телевидении, о телеканалы, о газеты, НТВ, фильмы. Да, ну, конечно. Это уже позже. Вот это вот на видока. Да. Вот это вот на видока. Да-да-да. А фильмы ТВ. Да, это уже позже было, существенно позже, потому что к этому уже я руку приложил, потом позже было. Хорошо, смотри. Но ты же дал себе при этом отчет, что в стране идет кровавая бойня. Что неимущие люди в огромном количестве мрут от голода, да, от отсутствия медицинского обслуживания, да, и отсутствия заботы, и что малиновые пиджаки убивают друг друга на каждом шагу в стране, да, во всех городах. Ты отдавался в этом отчет? Я отдавался в этом отчет. Отдавал. Но поскольку я прочел в своей жизни несколько книг, да, я понимал, я это хорошо помню, я именно понимал, что это стадия варварского... Да, да, что это необходимое... Нет, нет, неизбежно. Ну, неизбежно, да, да, неизбежно. Да. Нет. Извините, тут я, может быть, вклинюсь, маленько сделав рывок вперед, может быть, не очень уместно, но все-таки. Вы меня извините, а сейчас люди меньше морут с голода? Нет, ты не сейчас понимаешь. Меньше убивают? Андрей, речь не о том. Да. 90-е годы, о чем мы говорим? 90-е годы — это сочетание несочетаемых вещей. Ну да. Это внутреннее чувство развития и поступательного движения страны и тебя лично, при том, что ты видишь, какой ужас творится вокруг. И чувство вот этого поступательного развития и полета превалирует над ужасом. Личная того, свобода оказалась возможной. Ты понимаешь? В рамках, да, одной личности. Вот ведь что. Понимаешь? То, чего не было раньше. Для сравнения. Сейчас чувство личностного развития отсутствует совершенно. Да. Оно отсутствует, вот лично у меня, с начала 2000 года. Как только господин раньше. Путин, да, пришел к власти, раньше. Ну вот для меня, я говорю, для меня. Как только господин Путин пришел к власти, я увидел, почувствовал, что все кончилось. Мы находимся в тупике. Колеса вертятся, но мы стоим на месте. Паруса надуты, но корабль никуда не плывет. Понимаешь? Уже есть встречное течение времени. Понимаешь? И вот тогда лично у меня на первый план начинает выступать чувство ужаса перед тем, что происходит в стране.
Хорошо, а что для тебя тогда начало 90-х? Для меня это жизнь. Я в 90-е годы стал человеком. Я вот тут хочу маленько приостановить, скажем так, твой поток и людям заново представить этого человека. Вы на самом деле не подозреваете. Вы, наверное, думаете, что это доктор Хехлиц. Нифига подобного. Это двурушник, царушник, который многие годы на самом деле скрывался. И только в 90-х, в начале 90-х, он, в конце 80-х, начале 90-х, он выплыл под своей настоящей личиной. На самом деле его зовут Борис Берг. Oh, yeah. My name is Boris Berg. Да, на самом деле Борис Берг, это на самом деле врач, это он так, он только им прикидывается долгое время, получая медали и все остальное. Вот. Но на самом деле, это певец, это композитор, это автор текстов, это автор текстов многих групп, вот, это, в принципе, очень неплохой поэт, еще и гад-писатель, вот, ну, короче, много чего, то есть доктор — это всего лишь одна часть, а на самом деле это вообще Борис Берг. Я руководитель пятой колонны. Да-да-да-да, почти что так. Все предатели, вся мерзость этой страны, все либерасты, дерьмократы и вся пятая колонна этой страны, не зная того, ведома мною. Да. Я иду впереди всех, над моей головой веет знамя Израиля с нарисованными на нем американскими звездами и надпись «Так победим». Думаю, это последний эфир. Ну и черт. Только с этого только все начнется. Да, после этого начнут другие эфиры, но это эфир последний. Так вот, что я хочу сказать. Что я ушел в 89-м году из медицины в шоу-бизнес. Да. Я реализовался как поэт, я реализовался как бард, я реализовался как артист. И объехал с концертами весь Советский Союз. Я видел в эти годы, что творилось в стране. Я могу сказать, в стране творился ад. СССР распадался, люди гибли в прямом и переносном смысле. Но при этом я понимал, что есть нечто, что превалирует над чувством ужаса. Это нечто, как я уже сказал, было чувством моего личностного развития и чувством развития всей страны. Я понимал, что происходит мучительная, но необходимая метаморфоза каждого из нас и государства. И отдавая себе отчет в потоках крови, без всякого, так сказать, преувеличения, которые по всей стране лились, я тем не менее понимал, что да, мы переживаем вот это знаменитое Чикаго 30-х годов, варварский капитализм, ужасно, что гибнут люди. Но мы вот так мучительно, прорываясь сквозь собственную дурацкую змеиную кожу старую, сбрасывая ее, мы становимся новой страной. Вот у меня это чувство было. Закончилось оно в один день, когда Борис Николаевич Ельцин привел в Кремль того, кого он привел. Вот режьте меня на куски, все, что хотите со мной делать. Ничего нового ты не сказал со времен 89-го года. Да. Вы знаете, вот может удивитесь, мне нравилось какое сочетание. В свое время была некая молодежная группа «Анонс», где были абсолютные пацаны. Они пели такие веселые, зажигательные песни, написанные этим человеком. Тексты. Вот. И вдруг в середине прерывался концерт, выходил совершенно какой-то непонятный, седоватый, такой вот непонятного вида, угрюмого типа мужик, и начал петь какие-то грустные песни. И вот публика, которая до этого внимала вот этим прыгающим молодежным песенкам, не подозревая, что они написаны все одним человеком тоже, тексты, но вот начала внимать вот этому вот седовласому, вот этому вот грустному человеку с его какими-то, вроде бы, с одной стороны, немножко мажорными, но с другой стороны, какими-то жутко грустными текстами. Было такое. И при этом у него лицо-то было все-таки довольное. При этом. Я помню его лицо, у него было больше волос намного. Я был страшно счастлив. Да. Я чувствовал, что я развиваюсь сам. Я чувствовал, что я прав. Я чувствовал, что страна по имени Россия, вот когда я чувствовал, что Россия встает с колен. Да, вот это тогда, абсолютно зримая реальность. Вот тогда я это чувствовал. Да. И для меня это была не метафора, а самый настоящий материальный, зримый, ощутимый процесс. Знаете, тут вспомнил совершенно не к месту анекдот по поводу «Россия встает с колен». Когда один говорит, что вот «Россия встает с колен», а кто говорит, он сказал, что она на них стояла, она на них сидела. Да, совершенно верно. У меня же стихи про это есть. Да? Я тебе их отправлял. Помнишь, что Россия сидит на коленях и всегда задом к партнеру. Ну, поделал так и есть. Да. Вот. Так вот, я просто вот хочу сказать, да, что я категорически протестую против шельмования 90-х годов. Вот я лично. Причем в этот протест входит категорический протест против оплевывания господина Гайдара. Ой. Как живого, так и... Это вообще отдельная тема, опять ушедшего недавно. Я категорически протестую против оплевывания Ельцина. Я категорически протестую против вообще плевка в это прошлое. И я хочу сказать, что если в нас всех, доживших до сегодняшнего дня, что-то светлое есть, это светлое вызрело в нас в 90-е годы. Да, это было сложное, неоднозначное время. Да, нельзя сказать, что не было ужасных ошибок и страшных трагедий. Они были. Но, вы знаете, вот роды ребенка на свет,
Вот я врач, я много раз видел, как рождается на свет ребенок. Я вам скажу, это отвратительное зрелище. Оно кровавое, ужасное и страшное. Но при этом оно прекрасное, ибо рождается новая жизнь. Да. Вот это вот самое и было в 90-е годы. Понимаете? Что вот я хочу к этому вот такому эмоциональному вскрику добавить, что 90-е для меня. Я это воспринимаю как некое начало, может быть, действительно жизни. Я увидел, да, впервые, что люди начинают чего-то хотеть. Я хорошо помню, скажем так, конец 80-х. Вот, я хорошо помню начало 90-х. Вот, потому что перестройка начиналась, в принципе, это все было довольно-таки смешно. Поначалу никто это не верил, все это уже знали, все это уже подходили. И вдруг в конце 80-х, где-то действительно вот год 89-й, наверное, начинается некое движение какое-то, и к 90-м оно происходит более усиленно. Вдруг начинают действительно открываться эти газеты, потому что я да, впервые именно начал заниматься печатью. Я тогда в 89-м я начинал работать в газете, а в 90-м, точнее, к концу 90-го, начало 91-го у меня была уже своя газета, потому что нашу газету, я тогда начинал работать в абсолютно советской газете со страшным названием «В путь». Вот, да. Последний! Знаешь, в добрый. И это себя оправдало, вот это действительно. Потому что в 90-м эту газету чертовой матери прикрыли, вот, власти. И я, будучи журналистом, забрал всех людей, которые тогда работали, почти всех, большую часть людей забрал. Вот, и я стал одним начальником, так получилось. Вот, одним из журналистов, главным редактором, учредителем газеты. Вот, и мы тогда это было можно. Понимаешь, вот сейчас кому-то скажу, что какой-то там пацан вдруг создал свою газету, нереально. Абсолютно. Я тогда создал три. И в этом вся штука. Я три газеты создал. У меня было 100-тысячные тиражи, которые выходили по всей стране. Вот. У меня просто было налажено нормально, она отправлялась в разные города, и там было распространение, это было 100 тысяч. Сейчас скажи кому-то, три газеты по 100 тысяч раз в квартал, 16-страничные. Да я легко могу вот, в это поверить, если у этого пацана фамилия Егеменко. Все зависит сейчас от фамилии пацана. Ну это да, почему? Это да. Тогда любой мог пацан с любой фамилией. Да? В том-то и дело. Значит, хоть Иванович, хоть Рабин. Вот с любой фамилией. Ну, так а вот. Сейчас только с определенным. Ну так вот. И, собственно говоря, с нами пытались бороться. С нами пытались бороться существующие тогда все еще очень долго правительственные газеты. Я хорошо помню, вот у меня сохранились вырезки из советских вот этих вот газет. Там была такая волшебная газета «На смену», вот, которая постоянно... «На смену в путь». Да-да-да. Там постоянно выходили статьи, у меня сохранились. «На вот, смену где... классная». Да, это да. Что? Это Екатеринбургская газета да. «На смену». Вот, это молодежная волшебная. Газета. Газета. Боролась с да. своими изданиями? Да, да, да. Да. У меня честно, абсолютно. Вырезки сохранились специально. Конечно. Болельники были. Да. Честно боролись. Болельники. Они буквально там используют хорошие традиции, рука Запада и все остальное. Ну, это очень клево прекрасно. Было. Это прекрасно. Да. Я сохранил на памяти, берегу эти вырезки. Вот. Я, наверное, себя в блоге как-нибудь их опубликую, потому что это волшебная вещь, да. Вот, поэтому, может, у меня были же несколько газет, потому что у меня газеты были специфические. У меня была газета «Чудеса тайное открытие», занимающаяся нетрадиционной медициной, это страшная вещь тогда была. Вот, у меня была газета «Знахарь», когда занимался вообще страшными вещами под названием, понятно. Да. Вот, и у меня тогда была газета «Хохма», вот это, пожалуй, больше всего ненавидели газету «Хохма». Почему? Потому что в ней публиковались на тот момент запрещенные, ну, скажем так, литературные произведения. Там был Олешковский, там был Галич, там были неизвестны сейчас никому авторы современного того периода, там были публикации, у меня Ленин пока показывал фигу, тогда это было и очень... Сам себе? Нет, просто нет, так. Тогда это еще не очень популярна была карикатура, нет, потом позднее стала популярна. То есть очень много интересных у меня было местных художников, которые интересные совершенно вещи рисовали. Вот. То есть и эту газету ненавидели больше всего, даже больше, чем вот эти все мои псевдомедицинские газеты. То есть ты в 90-е годы тоже стал Андреем Бархатовым, да? Я чуть раньше им стал, честно говоря. Я им стал где-то, наверное, в середине 80-х. Ну хорошо, 85-м, я по-другому спрошу. Но ощущение развития тебя тоже было лидирующим в 90-х? Ну темп изменился в начале 90-х. Темп, он начался... В конце 80-х он развился где-то в 96-м, а с 96-го как-то вот уже все не так. Ну хорошо, но период с 90-го, хорошо, с 89-го по 96-й. Да. Ты мог бы назвать его 90-е? Нет, я называю все 90-90-ми, да. Просто даже, даже в 2001 году это еще были 90-е, на окей, самом деле. Окей, хорошо. Почему, вот что я говорю, что я для себя заметил? Я заметил, что люди начали чего-то желать. Люди начали желать читать. Да. Люди начали желать что-то слушать. Потому что параллельно с газетой у меня была студия звукозаписи. Почему я знаю вот этого лысого человека? Вот, тогда еще не лысого. Вот, потому что мы сотрудничали с некой ижевской студией и так далее. То есть, ну, всякие были дела. Вот. И мы писали много... Приходили люди, которых сейчас никто не знает. Просто одни хотели петь,
И писали всех, кто хотел петь. Потому что долги хотели слушать всех буквально. Да? И на каждого находился свой слушатель. На бардов, на рокеров, там, на попсовиков, которых было вообще страшное количество. Причем даже вот эта какая-то полусамодеятельная попса, она уделывает то, что я сейчас слышу на всяких первых каналах просто по всем параметрам. Да то, что, да, товарищи, о чем вы говорите? Разве то... Я недавно вот... Мы, значит, какой-то мы канал включили, господи, с женой. То ли второй, по какому каналу идет в субботний вечер, где этот Басков, который поет ртом? Понятия, ну, по не имею. Ну, прости, в этом я не помощник. Да, я, хорошо. Я не в общем, какой-то не... канал, и я послушал буквально на несколько минут, какие вообще песни сейчас поются, что такое попса сейчас. Я говорю своей жене: Маша, и после этого Оля и спит, считается порнок. То есть то, что, ребят, то, что я писал для группы «Анонс», я вас уверяю, это высокая литература по сравнению с тем, что сейчас можно услышать из всех динамиков, вообще изо всех экранов. Так что тут даже и думать нечего. Это жуткий регресс. Ну, это тоже немножечко сводится к старческой брюзжане. Я скорее говорю о том. Нет, я скорее хочу сказать о другом. Понимаешь, я видел некий вектор. То есть вот это было движение. Ну вот. Можно было проследить буквально. Вот. То есть, когда, во-первых, старики, реальные старики, всю жизнь просидевшие где-то там какими-то, не знаю, может, корректорами, может, еще кем-то, они вдруг начинали чем-то заниматься, реализовывать себя творчеством ли, бизнесом ли. Вот. И главное, я, наверное, скажу страшную вещь, может, я не прав, но я по своему направлению, которое я могу точно ответить, а мое направление – это телевидение, это радио, это, скажем так, звукозапись, я вижу регресс профессионализма. То есть профессионализм в телевидении вообще никакого сейчас просто нет. Я с телевидением начал работать с 92-го года, вот, довольно-таки плотно, и я с ним закончил, не закончил, работать с телевидением как производитель, вот я как режиссер, как производитель контента, я закончил работать в 2003 году. Сейчас я работаю с ним как дистрибьютор. То есть я представляю некоторые киностудии здесь, поэтому, соответственно, я все равно работаю с телевидением. Я просто в ужас прихожу, когда мне приходится общаться с теми, кто сейчас работает в телевидении. А почему? Потому что те люди, которые в телевидении когда-то работали, с производителем, они расползлись по каким-то своим студиям. Я большинство из всех знаю, они не бывшие сотрудники НТВ, бывшие сотрудники там, Первого канала там, и РТР, они все работают совершенно в других студиях, в своих имени себя или имени еще чего-то. Вот. Они все производят контент, чаще всего вообще не в Россию. Вот. И на телевидении пришли какие-то люди, которые в принципе даже не отражают... Андрюш, это другая тема. Давай посвятим отдельную... Да, хорошо, хорошо. Да. Мы о 90-х. Я тебя очень хорошо понимаю. Мы о 90-х. Сказать, своей профессии тоже самое. Не заводитесь, да. Не подождите. Это отдельная тема для другого видеоблога. Давайте о 90-х. 90-х. О 90-х. Давайте 90-х. Давайте вернемся к цветам. Да. Вы согласны со мной, что мы категорически протестуем против шлемования 90-х? Да, однозначно. Вообще вот это вот свойство человека быть умным задним умом, крепким, вот это... Причем не своим. Да. Кто же это сказал? По-моему, нелюбимый мной Задорнов, что у нас вечно темное прошлое. Ну, господи, это же знаменитый афоризм. Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Да. Мы все время наступаем на одни и те же грабли, это все понятно, да? Я не сторонник шельмования, чего бы то ни было. Давайте, потому что если вы меня, как говорится, заставите копнуть, я вам копну хорошие 80-х и в 70-х. И достаточно много его копну. Даже могу привести четкие... Ты копнешь на уровне конкретных личностей, но не на уровне тренда для государства и страны. Ну, это да. Это будет исключение. А 90-е годы – это государственный, брендовый напор, направление вперед. А вам массовый, не кажется, тотальный? Что это просто спираль? Что, предположим, нечто подобное было уже у нас в 60-х. Был подобный взлет, было подобное развитие. Окей. Потом мы погрузились в нечто, что погружаемся сейчас знакомое. 60-е это оттепель внутри коммунизма. Не столь радикально. А 90-е это не оттепель внутри коммунизма. Это слом парадигмы. Это конец коммунизма. Это начало конец, новой жизни. Какой-то новой жизни. Не было аналогов. Вот на мой взгляд, в истории России, да, эпохи... Да. Я еще могу, знаешь, что сказать? Это серебряный век. Когда вот самодержавие, это вот самодержавие, православие, народность, когда все стало трещать, и появились вот эти вот направления в искусстве, в политике, в экономике, вот этот новый, вот этот вот, так сказать, поступательный яркий напор, о чем нелюбимый мною Алексей Толстой хорошо пишет в «Хождении и по мукам». А что, в экономике появились? Конечно. Новые? Ну, а как же? За это Столыпина и убили. Столыпина, ну, то есть, за что? Ну, убили? Я имею в виду, насколько они были новые. Они были совершенно новые. Для общинного, сельскохозяйственного российского уклада тех лет. Ну, я уже плохо помню. Реформы Столыпина. Я стал забывать то время. Забывал? Да. Значит, Стугерон.
Стугерон по таблетке. Пошла реклама. Да. Смотрите вот сюда, на телефон. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Да. Так вот, 90-е годы, на мой взгляд, ну, практически беспрецедентны в истории России, да? Поэтому давайте... А есть какие-то аналоги с другими странами? Ты их знаешь? Это некорректно, на мой взгляд. Частично. Например, Дикий Запад. По настроению. Он Дикий Запад не был во власти идеологии какой-то. Да, вторая французская революция. Это время я тоже как-то слабо помню. Нет. Дело не в этом. Дело в том, что в 90-е годы произошел слом давлеющей в России жуткой, тиранической, квазикоммунистической, лживой идеи. Вот в чем все дело. Вы понимаете? Да, но есть один момент, что произошел слом этой идеи, но все места руководителей заняли те же самые представители КПСС. Ты говоришь сейчас о другом. Ты говоришь о том, что... Нет. Не сразу, не все абсолютно, но действительно... Ребят... Действительно была смена идей, это точно. Так было всегда и так будет всегда. Люди, которые созданы природой для того, чтобы приватизировать власть и удерживаться в ней, эти люди непотопляемы. Как бы ни менялся строй, вот они тут, все равно окажутся вот наверху. Я хочу ухватить твою идею. То есть мы абсолютно не смотрим на правителей, потому что да им плевать, какой они используют идеологию. Слушай, вот. Абсолютно. Вот мне, например, в каком-то смысле совершенно все равно, кто там наверху в Кремле. Ну, это я говорю сейчас о том, какая идея владеет массами. Простите мне за марксистско-ленинский язык. Так вот, в 90-е годы массами овладела идея личностной свободы. Это была попытка каждого россиянина и всего российского народа осознать, что же такое свобода и применима ли вообще идея свободы к русскому народу как к некой исторической единице. И вот тут мы плавно переходим к названию нашей сегодняшней программы. А что у нас за название? «Шальные 90-е». Потому что осознавание этой свободы для человека было вновь. Вновь, он не знал, что мы ошалели. Всю жизнь его же давили. Вот. И вот он начинает, оказывается, все можно, и вот тут начинаются эти шальные. Совершенно. Это как Ельцин сказал когда-то всем этим: берите суверенитет, сколько унесете. Да. Они взяли, офигели, опупели, все выронили, и начался бардак. Да. Потому кстати, что... Ладно. Я тут просто совершенно провел некую параллель в отношении вот этой свободы и текущей сегодняшней стабильности, в кавычках. Это Арбат, на котором мы находимся. Кто помнит Арбат в начале 90-х? Да, я сам на нем пел. Я сам сидел с гитарой на этом Арбате. Конечно. Потому что сейчас... 92-й год, лето. Я сижу вот там, где сейчас кафе Starbucks. Вот я напротив сижу. Который из них? Тут Р2. Ну, вот этот, который ближе сюда к центру, не дальний Starbucks. Угу. А вот этот, который на перекрестке здесь, да? Да, который здесь на перекрестке. Я помню, я сижу... Starbucks, на секундочку, не забудь оплатить. Да, я сижу на какой-то, на какой-то куртке. Кто-то бросил мне куртку под попу. Я сижу на этой... У меня в руках раздолбанная гитара, которую мне кинули из толпы. И я пою: все бунтуют, эстонцы и армяне, а евреи уходят в бичи. И вокруг меня... Слушай, вот иллюстрация, да, причем живая. Да. И вокруг меня жуткая толпа. Все свистят, хохочут, кто-то приплясывает. И я чувствую себя, ребят, я чувствую, что я живой. Я реализуюсь. Да. И это чувство владело всей страной. Понимаете? Каждый чувствовал себя на своем коне. Ну, видимо, у очень многих людей внутри в эти годы стало происходить что-то, что пружину... внутренне как-то, как-то распрямлял. Другое дело, что люди не понимали многие, а вообще эта пружина им вообще нужна? Вот, зачем это она? Интересно, потому что как раз совсем недавно в неком таком небольшом споре на сайте Андрея Танаева, тебе известно, мы как раз говорили там про свободу, вот, и как раз там очень правильно было говориться, что, скорее всего, не только россиянам, а она, по большому счету, большинству людей не нужна. Нужна некая просто стабильность, некое представление о завтрашнем дне. Совершенно верно. Вот. Свобода – это страшная вещь, это непосильный груз. Именно это... поэтому сейчас то, что сейчас. Но сейчас нет стабильности. Сейчас. Нет, подожди. Сейчас чуть подожди, меньше что стабильности. Нет стабильности, Андрей? У трупа есть стабильность? У трупа хорошая стабильность. Подожди. Он постоянно холодеет. Он же гниет, минуточку. Да. Он же гниет. Стало быть, и у трупа нет стабильности? Нету. Да? Но и жизни нету. Нет. Так вот сейчас та стабильность, мы сейчас живем в стабильности трупа. Мы тихо, гнилостно распадаемся. И мы это ощущаем как стабильность.
И самое интересное, у нас получилась четкая фильтрация. Тех, кого это не устраивает, все больше снова уезжают, как когда-то. Вот, потому что ибо им неохота здесь дальше ожидать какого-то моря погоды. Мы уходим от темы. Неважно. Вот, я просто хочу здесь небольшую ремарку, а потом можно снова вернуться. Вот, а те, кто, скажем так, здесь остается, их это устраивает. Ребят, смотрите, мы сейчас вот... Кроме тех, кого не устраивает, вот Саша прав. Остаюсь. Подождите, да. Ребят, ну вот Саша прав. Мы сейчас с вами вот как бы, значит, убиваем темы наших будущих видеоблогов. Но это все отдельные темы. Кто уезжает, кто остается. Что такое свобода? Состояние телевидения. Андрюш, что ты режешь курицу, которая несет платиновые яйца? Нам потом говорить будет... Мои, платиновые. Значит, нам потом не о чем будет говорить. Так вот, давайте закончим о шальных 90-х. Шальные ли они? Они шальные. Они шальные? Они шальные. Плохо ли это? Безусловно. Для нас, вот для каждого из нас. Нет. 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 Для тебя. Я бы еще лет 50 там пожил. Вот. Выпьем за шальные прекрасные 90-е, которые из каждого из нас сформировали тех, кто сейчас не сидит. А хорошо ли то, что они закончились? Потому что ведь наверняка такие вещи не должны быть бесконечны. Ну, конечно, они не могут быть бесконечными. В каком-то смысле, Андрей... Они сделали свое дело, они сформировали нечто. Андрей, в каком-то смысле они не закончились. Потому что ты, который здесь передо мной сидит, ты сейчас живешь тем, что тебе дали 90-е. Ну, не то, что... И я, и Саша. Да. Вот. В каком-то смысле они не закончились, да. А в том смысле, что они закончились как общий поступательный порыв всего народа... Ну, это неизбежно. Это неизбежно, и это замечательно. Потому что... В итоге, в исходе 90-х годов, русский народ видел, что свобода ему не нужна, он не знает, что с ней делать, он от нее отказался, и он выбрал стабильность труда. И еще, 90-е – это детство, пора взрослеть. И вот какими взрослыми мы будем, вот это показывает нынешнее время. Ну, это очень интересно. Как мы выросли, да. Какими мы в кого выросли. Да. Иногда да. Детки одни, взрослые совсем другие. Да. И это тема. Тогда, наверное, взросли. Ну, смотрите нас, если мы не разбежимся. Почему мы разбежимся? На все четыре стороны. Почему мы разбежимся? Ну, вот Хейфиц уже нас пугает тут. Точнее, Хейфиц, Берг, у нас тут произошедший последний. Нет, это Саша, я шутка, да. А во-вторых, я вам скажу, если эта передача последняя, носите нам передачи. Я... Очень люблю лимонные дольки. Итак, это на будущее. Засахаренные. Засахаренные. Всем счастья. До следующего. Раньше думали мы, с Гегемона что взять? Анекдоты его не опасны. Будет вкалывать он, будет водку хлестать. Или вермут отчаянно красный. Но сквозь тупость в глазах нынче светится злость. И тревожимся снова и снова, как бы нам в 90-х годах не пришлось вспомнить методы 37-го, а Россия бурлит, словно брага в котлах, все крупней пузыри год от года. Прежде путал народ, кто здесь друг, а кто враг, а теперь сам народ враг народа. Пусть же матери смелых готовят гробы, мы не трогнем, товарищ Дзержинский. Ждут приказа давно пулеметы судьбы и бараки в глухом Минусинске. Ждут приказа давно пулеметы судьбы и бараки в глухом Минусинске.